Итак, чтобы сделать максимально комьюнити, да, мы сейчас нацеливаемся на наш нетворк-маркетинг. Дело в том, что у нас есть прямой бонус 20%, командный бонус 23%, ранговый бонус до 4 миллионов кумулировано, да, в сумме. Значит, Diamond Infinity бонус бесконечности до 15% во всю глубину, которая начинается с ранга бриллиант. У нас есть, появился, вы об этом еще не знаете, раньше он был, но мы его изменили, и он будет очень крутой. Это бонус быстрого старта, где вы можете заработать до 10 тысяч евро. И раньше бонус быстрого старта работает обычно для новичков, но мы приняли решение, что мы включим его для всех. Значит, даже черный бриллиант или платиновый бриллиант может сейчас один раз в жизни в Apple воспользоваться бонусом быстрого старта и заработать десятку. Дальше у нас будет бонус новичка. Это значит, где вы практически каждый месяц можете себе зарабатывать еще 20 тысяч, ну или чуть-чуть там больше. Хорошо, давайте узнаем, как это работает. Дело в том, что у нас есть такая вещь, как сила команды 4 на 4. Я скажу, почему 4 на 4. У нас это значит, вы приводите четверых, а эти четверо приводят еще четверых, а те четверо еще четверых. И, в принципе, до шестого уровня у вас навигает команда более 4000 партнеров. Дело в том, что получив, вот мы пришли к директ-бонусу и командному бонусу. Вот два бонуса, которые приносят вам. Если при максимальном раскладе, это значит, ну вообще все встало на свои места, а оно встанет на свои места, потому что вы не забывайте, что у нас работает компрессия. Да? Она значит, людей просто расфасует, и всех, кто неактивный, уберет, а всех, кто активный, поставит на свои места из любой глубины. И вот, что происходит? Вы делаете оборот 5 миллионов, практически 5 миллионов 460 тысяч с такой командой. Ну, скажем так, это при наилучшем раскладе. Давайте просто посмотрим максимальный расклад и сейчас посмотрим, как это все работает. Значит, при таком обороте вы примерно зарабатываете 200 тысяч евро. Хорошо. Если, ну, при максимальном раскладе. Это работа директа и командного бонуса. Дальше. Потом вы, смотрите, сделав оборот 5 миллионов пользователей, вы уже бриллиант, видите, за 250 тысяч оборот, красненький такой квадратик, вы уже проскочили и вы приблизились между 2 миллиона, это пурпурный с бонусом 40 тысяч, и 6 тысяч, это красный за 120 тысяч бонус. Вы примерно там находитесь, 5 миллионов 600, это вы в одном шаге до красного бриллианта. Так, что же вы получаете после этого? Ох ты, как раз расплющила нашу картинку. Итак, к тому, что вы зарабатываете там 200 с лишним тысяч, приходит еще пурпурный бонус за пурпурный бриллиант. Это значит сумма за все бриллианты, да, на вознаграждение. Еще сверху 78 тысяч 800. Значит, командный оборот более 2 миллионов приносит вам бонус пурпурного бриллианта. Почему 4 на 4, я сейчас объясню. Это связано с дальнейшими бонусами, которые и вы сможете только их получить, если вы правильно сейчас начнете. И этот бонус, значит, следующий бонус – это Diamond Infinity. Diamond Infinity – это бонус бесконечности, выплачивается со статуса Diamond. Очень важно, почему мы говорим, нужно срочно становиться Diamond. Как только вы стали Diamond, бриллиантом, вы начинаете зарабатывать при выполнении условий 7% во всю глубину, какая бы она ни была, там, 1000 или 10 тысяч уровней. Ну, я сейчас маленько преувеличиваю, но… В принципе, если вы станете двойным платиновым даймондом, вы будете получать даже 15%. Как это работает? Если вы стали даймондом и сделали первую продажу сами, первую линию, то вы получаете обычно 20%, но еще и Infinity бонус. И у вас премия уже составляет 27% в первую линию. Во вторую это уже составляет не 7, а 14. 7 плюс 7. В третью 4 плюс 7. И до шестой 4 плюс 7. После этого у вас, конечно, по бонусам идет 0. Но если вы бриллиант, то какой бы уровень ни был, вы все равно получаете с каждой тысячи, вы получаете, нет, или там с каждых 10 тысяч вы получаете 700 евро. Да? Неважно, какая глубина. Это единоразовая квалификация, как Diamond, да, и вам нужно просто подтверждать
Это ежемесячная активность, которую я вам сейчас покажу. Дело в том, что чтобы полностью получать из всей глубины, нужно выполнить правило 50% с оборотом в трех ногах, в трех уровнях и в двух ногах, значит, да, 50 на 50, слева 50 и слева 50, 12,5 здесь, 12,5 здесь, ну или во всех там равномерно как-то. И тогда вы полностью получаете прибыль из всей глубины. Если мы возьмем здесь новичка, если вы вдруг стали, вы рубин, эмеральд, и вы стали бриллиантом, то от вас не ожидают выполнения этих условий, а вы наоборот полностью все забираете и все преимущества берете в первый месяц абсолютно бесплатно, и квалификация включается к вам только со второго месяца. И дело в том, что в нашей компании 1000 бриллиантов. Если вы говорите, что вот у нас там где-то что-то, бриллианты, вот только на этой неделе мы получили 5 бриллиантов, так, просто бриллиант, Blue Diamond, Diamond, Green Diamond и просто Diamond, значит, 4 у нас из Индии и 1 из Германии. Что дает вам Infinity Bonus? Давайте посмотрим на максимальном примере, чтобы вы примерно понимали, какая сила в этом Diamond Infinity Bonus. Опять же, все числа – это максимальные примеры, которые зависят от ваших личных усилий, да, чтобы соблюсти правовые нормы. Итак, 10% как пурпурный бриллиант, потому что при таком обороте пурпурный бриллиант, то 10% при неоптимальном построении вашей структуры внизу, значит, у вас нет никаких бриллиантов внизу, это может вам принести более 500 тысяч евро. В сумме практически в два раза больше, чем все другие бонусы вместе взятые. Вот именно поэтому я и говорю, что Diamond Infinity – это очень крутой бонус, потому что здесь вы вышли уже на совсем другой заработок. Конечно, как бриллиант с такими суммами вы можете зарабатывать и позволять себе намного больше, чем с простыми вознаграждениями. Опять же, с этой темой нужно разбираться, вы должны четко понимать, какой у вас будет ранг. Именно поэтому я и говорю, если даже вы новичок, вам нужно начать и срочно бежать к бриллианту. Его нужно сделать один раз в жизни, и все, он навечно ваш. В нашей компании есть 30-дневная активность, это значит, вам нужно или самому приобрести пакет, или сделать одну дубликацию, пригласить одного человека в месяц на какой-либо проект, продукт, даже если он за 107 евро. Как я уже ранее говорил, в нашей компании действует компрессия. Это значит, что со всей глубины неактивные аккаунты убираются и заполняются. Слева неактивные красно убираются и заполняются зелененькими теми, кто активно. Тем самым вы сможете восполнить свои пробелы другими аккаунтами из глубины. Так, ну это что касается комиссий. Так, дальше. Самый быстрый бриллиант, если я не ошибаюсь, у нас был за одну неделю. Да, человек стартанул, через неделю бриллиант. Как раз используя вот эту вот... Ну и, конечно, с компрессией у него это все очень круто получилось. Бонус быстрого старта обозначает следующую вещь. Значит, если вы, неважно какой у вас ранг, зеленый, красный, джейд, рубин, без разницы, этот бонус быстрого старта дается обычно один раз в жизни и только на две недели новичкам. Тот, кто только что зарегистрировался. Только зарегистрировался, у тебя есть две недели, чтобы забрать 10 тысяч, 5 тысяч или другую сумму. Как это работает? Дело в том, что вам нужно подписать 4 новичка. 4 новичка вы должны пригласить в бизнес. Эти 4 новичка, каждый из них должен купить какой-то пакет, да, какой-то продукт. И если эти продукты одинаковые, например, 4 десятитысячных, значит, вы получаете экстра бонус 10 тысяч евро. Да, продали 4 десятитысячных, значит, общий оборот где-то там 40 тысяч евро, 10 тысяч упало вам в аккаунт. Если вы продали 4 пятитысячных, значит, падает 5 тысяч. Если там 4 сотых, значит, просто 100 евро. Самый маленький пакет из считая сверху, падает вам в бонус. Например,
Такой пример. Вы продали 10-тысячный последний, 5-тысячный, 2-тысячный, тысячный и сотый. Сотый вам разбивает, он самый маленький, но разбивает вам всю, как говорится, весь расчет. То, что вы хотели получить как минимум 1000, а сейчас самый маленький сотый. Но нет, мы считаем сверху, значит, с 10-тысячного, с 5-тысячного, с 2-тысячного и 1000-го, значит, ваш бонус составляет, несмотря на маленький пакет, 1000 евро. Значит, если мы сегодня сейчас еще это самое, в принципе, с завтрашнего дня вы можете начинать. Все, кто начинает активно продавать, 4 пакета отдельно новичкам, сразу экстра бонус. Бонус считается просто. Ну, смотрите, и каждому по пакету, да, и 4 пакета. Просто следите, чтобы они были самыми большими и желательно одинаковыми. Почему так? 10, 10, 10, 10. Самый маленький какой? 10. 10, 10, 10, 5. Самый маленький какой? 5. Значит, тут вы 3, 10 и 1, 5 уже проигрываете. Надо искать 4, 10. Или, например, 10, 10, 10, 1000. Сколько зарабатываете? 1000. Потому что, ну, такой вот бонус. Поэтому полный вперед, 2 недели, этот бонус можно получить один раз в жизни, больше его не будет. Да, это чисто для новичков, чтобы стартануть, чтобы запуститься и сделать максимальный рывок. Значит, как это работает, все просто. Сколько вы зарабатываете, если вы продаете 4 пакета по 9,951, ваш бонус уже составляет 7,440, и вы получаете еще 10 тысяч, бонус быстрого старта, вы заработали 17,440. Тут уже можно себе прикупить какую-нибудь хорошую машинку. Также у нас есть бонус новичка, его еще называют invite бонус на английском. Как он работает? Все просто. Если вы, например, стартанули новичком или сейчас вы стартанете, и вы продали 4 пакета за 10 тысяч, вот они внизу, 4 беленьких, видите, то вы, в принципе, invite бонус говорит, что вы должны продавать тройками по 3. И он работает каждый месяц, то в этом месяце вы уже преодолели порог в 3 пакета, сделали 4, и 1500 сверху вам еще падает уже 100%, значит, плюс еще к тому. Это так, invite бонус 1, так называется. И есть invite бонус 2, это вторая отметка. Если вы еще 2 10-тысячных продаете, значит, вы получаете 10 тысяч еще бонус. Итого, если вы сейчас, скажем так, завтра начинаете стартовать, вы и начинаете участвовать и в фаст-старт-бонусе, и в бонусе новичка, то вы получаете 11 тысяч при 6 продажах, вы получаете 11100 в первую линию, 10 тысяч бонус быстрого старта, бонус новичка 1500, да, потому что вы сделали, и еще 10 тысяч сверху, это 32 тысячи евро, 32 600, это практически 50% от оборота. Ну, поэтому, друзья, стартуйте прямо сейчас, регистрируйтесь, ну и давайте двигаться именно в этом направлении, потому что вы сами знаете, кто стремится, кто хочет зарабатывать, у кого есть большие амбиции, делайте первый шаг, а дорога появится сама по себе, как сказал однажды наш уважаемый и любимый изобретатель айфонов Стив Джобс.